правый полтора с трамплина. 70. Левый ноль через трамплин, на правый ноль. В общем-то, все ожидаемо. Где быстрые допы, там какое-то преимущество и навязать борьбу удается. Где, конечно, накручено, скользко, ну, за Шкодой не угнаться. В принципе, по сегодняшнему дню все ожидаемо. Ну, завтра посмотрим, будем бороться. Правый 2 минус. Правый 2 минус. На левый 0 трамплина. На трамплин, на правый ноль, на левый ноль с трамплина, 180. Интрига есть в абсолюте, я смотрю. Да я сам ее и создал, по сути. Меня развернуло на пятом допе, я потерял, наверное, около там, ну, 10 точно секунд, но, скорее всего, 15. Сам себе проблемы создал. В легком повороте, четверочка, в деревне, зацепился за обочину, развернуло. Все. Ну, теперь придется как-то отыгрывать. Будем стараться, посмотрим, как будет. Левый ноль с трамплина, 80, правый 1. Плюс правый 1.5, чуть длинный через трамплин, 50, левый 1.5, длиной 73. Самое главное – это борьба. Удовольствие получили колоссальное, конечно. Ну и машина, естественно, конечно. Тут бесспорно, она быстрее. Будем тренироваться.